Друзья, всем привет! Хочу сразу сказать, что название и превью не кликбейт. Так что смотрим ролик от начала и до конца, и все увидите. А перед просмотром не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Также, если хочешь выиграть или приобрести крутую гитару, то хочу порекомендовать музыкальный магазин Skiff Music. Skiff Music — это живые музыкальные шоурумы в центре Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, а также более 60 тысяч товаров на сайте. Ребята собрали огромную коллекцию крутых гитар, начиная от редких винтажных экземпляров из США и Европы, заканчивая новыми крутыми инструментами. Каждый шоурум оборудован гитарной мастерской с профессиональным мастером. На все инструменты действует пожизненная гарантия. А доставка осуществляется в любую точку мира. Но это еще не все. Вот уже более года ребята разыгрывают крутые гитары. Заходи на сайт skiffmusic.ru, сделай покупку на сумму от 2000 рублей, и ваш номер заказа — это и будет лотерейный билет. Кстати, гитары разыгрываются каждый месяц среди покупателей. Так что желаю всем удачи. Применяй мой промокод Николай Попов на покупку и получи 5% скидки на любой товар. Ссылки в описании. О, сыграй что-нибудь. А что здесь за молодежь, вы знаете? Вот это вы знаете? Знаете песню «Северный ветер»? Про маму, да. Песенку там. Вот это вот? Да, она есть. Ну, типа того. Блин. Да. Так. Да. О, привет. Привет. Чё ты там? Сижу, слушаю и хочу послушать тебя. Какую тебе песню сыграть? Давай «Районы кварталы». Понятно? Давай что-нибудь из Любэ. Любэ? Да. Вот. Наша, так молодец вообще. А чё ты не пойдёшь там куда-то? Ну, я в основном играю, я не певец. Но я в основном играю, типа, какие-то вещи, типа, там... Типа... Вот. Классно. А, ну, действительно, а почему ты свой вот этот свой потенциал не можешь как-то, ну, как бы на новый уровень там воздвинуть или как-то куда-то? Ну, в чат-рулетке сижу. Ну, чат-рулетка — это не уровень, я тебе так скажу. Здесь, мне кажется, я сижу здесь третий день или четвертый день, и тут сидят всякие малолетки и придурки.
таланты здесь, я считаю, сидеть не должны, потому что их место где-то вот в театралке, где-то в музыкалке, где-то куда-то надо. Привет. Привет. Ты Привет. Блогер? Нет, а что? Ну, тогда ладно. Кузнечика хочу сыграть. Я умею даже играть. Я ходила на уроки гитары где-то 3 месяца и научилась играть кузнечика. Сыграй. Ой, ну сложно на кузнечике. Я играла обычно. Вот такого, да? Круто, я тоже. Сыграй батарейку. Ну, короче, там, типа так. Ой, грустненько. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, а как вы меня знаете? Ну, так получилось. Как погода в Москве? Нормально, откуда вы меня знаете? Да, вот получилось так. Здесь что-то написано? Нет. А как, откуда? Я тоже на гитаре играю. Что играешь? Соя, в основном. Прикольная песня. Вот. Мне она очень нравится. Ты самоучка? Да нет, в музыкальную школу хожу. А, ходишь? А сколько да. тебе лет? Мне 27. Никогда не поздно, как говорится. Вот, хожу в музыкальную школу, учитель там, все такое. Красивый Николай! А что грустить-то, что он красивый? Привет. Привет. Что там делаешь? Ничего. Давай я тебе песенку сыграю одну. Давай. Вот эту знаешь? Слов не знаю, но песню знаю. А я сам не знаю эту песню, просто играю, но не знаю, как она называется. Что еще тебе сыграть? Сыграй мне что-нибудь грустное. Что-нибудь прям грустное-грустное. Это, по-моему, Наваи. Да, все правильно. Хамаи Наваи. Птичка называется, да. Я уже сам, видишь, тоже подзабыл. Заставила меня сейчас погрустить. Знакомая, да, песня? Ты хочешь погрустить? И хочешь, тебе покажу? Давай. Круто, 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 круто. Это ты так все время показываешь всем? Нет. Тебе бесплатно, а всем остальным 500 рублей. Ой, ну ты прям без всего там сидишь. Да. Слушай, я вообще здесь как бы себя за деньги показываю, но ты меня тут заворожил. А, вот, получается, бесплатно, да, показала? Да. Ты здесь зарабатываешь, получается? Да. Круто. Можешь смеяться сколько угодно, мне все равно. Нет, ну...
Ну, необычно просто. И что, и как, и сколько ты зарабатываешь здесь? Нормально? 3-2 в день. А как часто сидишь? Каждый день будний. Ну, ты молодец, продолжай в том же духе. Ну, ладно, я пойду тогда, ты дальше пой, у тебя очень красиво получается. Давай, давай, у тебя тоже все круто получается.